канал Мир Пива, с вами Юлия Сергеевна. Сегодня мы будем пробовать пиво Бунин, которое сварено пивоварней Brewlog совместно с Beer Expert. Пивоварня располагается в Воронеже, и философия пивоварни – приятно удиви себя и обрадуй окружающих. По заверениям производителя, пиво, которое они варят на своей пивоварне, должно подтолкнуть к разнообразным эмоциям, оставить интересное послевкусие, но скучным и безвкусным оно не бывает никогда у них. Итак, Бунин Russian Imperial Stout. Почему назвали Бунин? Ну, возможно, потому что великий русский писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин родился в Российской империи и именно в городе Воронеже. Том первый написано, тираж 2000 бутылочек, ограниченный тираж. Я приобрела себе за 260 рублей, 4 доллара, друзья. Вот так вот. Дата выпуска май 2016, сорт выдержан 5 месяцев до даты разлива. На щепе кавказского дуба. Вот все указано на этикеточке. Так, 13 алкоголь, 31 экстрактивность начального сусла, 90 горечь. Ох, почитаем состав. Вода, солод, хмель. 0,33. За этой разновидностью пива, кстати, Imperial, Russian Imperial Stout, давно закрепилась репутация целительного напитка, который способствует оздоровлению организма. Так что просто нужно знать меру и соблюдать ее. Ну, давайте будем пробовать. Цвет темный, темно-темно-коричневый. Темно-коричневый, пена тоже темно-коричневая. И я уже ощущаю сладкие нотки в аромате. Сладость, сухофрукты темные, изюм, чернослив. Вообще насыщенный такой вот приятный аромат. Сладость и даже кофейные нотки. Никаких алкогольных ноток не ощущается. Приятный кофейно, вот такой вот фруктовый аромат. Классный. Ну вот легкие, может быть, алкогольный характер в аромате, легкий, но он такой приятный. Все вот как-то вот так вот в сочетании с этим, с этой кофейностью. Очень приятный аромат. Ну, давайте пробовать. Друзья, консистенция такая вот плотная, вообще плотнейшая, прям вот ощущение во рту такое вязкости, сладость. Сладость, жжёнка, вот эта вот фруктовость, вот продолжение аромата,
изюмность, с легкой жжёнкой, сладость вот солодовая. Вот эта вот консистенция такая вот обволакивает все во рту. Значит, затем уже горечь. Горечь приятная, тоже мягкая такая вот. 90 единиц. Даже как-то они не чувствуются. Вот она гармонично так вот вписывается во вкус. Приятная горечь, в послевкусии тоже, послевкусие такое вот горечь, где-то там в фоне вот эта вот фруктовость, кофейность, алкогольный характер тоже вот, он не жгучий, хотя это же, товарищи, 13 градусов. Согревающее тепло, да, а так вот во вкусе он не ощущается так особо. Согревающее тепло, да, а так он не жгучий, никакой не противный. Алкогольный характер, приятный. Такое вот в меру сухое послевкусие. Интересный вообще вкус. Даже вот какие-то... И древесные нотки тоже. А так прекрасное пивко. Мне очень понравилось. Понравилось мне это пиво. Даже чем-то Шварцер-Апт напомнило мне. Своей вот этой сладостью, кофейностью. Консистенция вообще напоминает этот... Пертусин или пектусин из детства. Интересное. Вообще льется такая вот консистенция, прям жирненькая, как будто бы какое-то. Перелистнула я страничку. Продолжим. Вообще, вот аромат такой насыщенный, яркий. Очень приятная консистенция. Вот приятно вот пить. Ничем можно вообще его не закусывать. Вот пробовать. Такой вот вкус такой вот интересный. Такой вот многогранный. Что-то и ликерное такое вот в этой... Консистенция просто такая какая-то липкая, и вот ликер напоминает, ну, что-то винное такое вот, интересное пиво. Карбонизация, кстати, низкая, легкая-легкая кислиночка где-то там на заднем плане. Вот низкая карбонизация, но общую картину вообще совершенно не портит. Вкуснятина. Вообще молодцы. Общее впечатление. Отличное пиво. Супер. Вообще вкуснятина. Глубокий вот такой вот вкус, насыщенный, многогранный. Много всяких нюансов. Действительно, как вот производитель говорит о своем пиве, что оно вот множество разнообразных эмоций пробуждает. Действительно, вкус очень богатый, глубокий, аромат замечательный, консистенция, вот ощущение во рту приятное, вот такое вот маслянистое, такое сладенькое. Я удивлена, очень довольна. Рекомендую вам попробовать это пиво обязательно. Ограниченным тиражом выпущено, напоминаю, всего 2000 бутылочек. Приобрела я за 4 доллара 8 центов, ну, в общем, 260 рублей. Так что торопитесь, пробуйте. А я его поставлю 10 баллов. 10 баллов. С вами была Юлия Сергеевна. Подписывайтесь на канал, кто не подписался.
пишите комментарии. И, как говорят пивовары, брюлок. Пробуйте, исследуйте, удивляйтесь. Всем пока! Ну что же, давайте прочтем этот томик, и мы